выбегали из домов куда-то, бежали в панике, не понимая, что происходит. А на улице просто та-та-та, та-та-та. Ну, потушили свет, потушили связь, и у них просто паника уже начиналась. Секретные операции та найсучасніше озброєння Кракена. Мы знаем, где у них штаб находится, но мы в него не стреляем до того момента, пока это нам не надо. Ага, по бумаге. 3 танка, 4 БТРа едут по полю, ну а там добрый вечер, мы их встретили. Боевое подразделение с БТРами 82-ми, с 30-ми пушками, БМПхами, танчики 82-ми, спасибо русским. Давайте пока остановимся. Да. Чому зник Ярославский? Его дом полностью целый и все хорошо. Может, какая-то коммуникация у него все-таки есть даже с русскими. Як виник Кракен? Выпускайте Кракена, типа, и моя фотография. Сейчас мы вернемся в такую большую игру, в какую-то большую операцию, которая будет. И русским явно не поздоровится. Ми в Харкові для того, щоб розповісти вам про один з найбоєздатніших спецпідрозділів України – «Кракен». І це не моя суб'єктивна оцінка, а слова начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. За рік повномасштабної війни «Кракен» серйозно спрогресував. Зараз це купа крутих спецоперацій, про які вже складають легенди. І саме про це ми поговоримо з одним з найкрутіших бійців і командирів «Кракена» – Сергієм Величком на прізвисько «Чілі». Сергій Величко з позивним «Чілі» – один з головних дійових осіб спецпідрозділу «Кракен», який входить до структури головного управління розвідки. «Кракен» – штурмовий, розвідувально-диверсійний підрозділ, створено одразу після повномасштабного вторгнення. На старті ядро спецпідрозділу утворили ультрас футбольних клубів. Ми спілкувалися рік тому, в напівоточеному Харкові. За цей час «Кракен» суттєво спрогресував. Спецпідрозділ брав участь у операціях по звільненню Харківщини, а також боях на Донбасі. Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледар. Рік тому росіяни казали, що взяли в полон «Чілі». Черговий фейк, про який вони забули, і тепер пропонують за нашого героя кругленьку суму. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки для кращої рекомендації відео. А соцмережі Кракена я залишаю в описі до цього відео. Там багато гарячих відосів та операцій. Сергію, росіяни знову оголосили за тебе суму. Хто тебе піймає, цього разу 1 мільярд рублів. Історія не в'яжеться, і за тебе, і за Костю Немічева теж. Історія не в'яжеться, тому що вони минулого разу нібито тебе впіймали, а тут вони знову тебе шукають. Ні, ну вже хоча б ціна посерйозніше. До цього був взагалі несерйозний розговор, а зараз можна і самому задуматися. Нормально вже предлагають. Були якісь моменти, що ти розумів, що за тобою полюють? Чи з того моменту, як ми тоді бачились рік тому? Та, ну, коли ти в Солідарі знаходишся, під Бахмутом, коли в Куп'янську, на тебе завжди полюють. А в місті? Ми тут мало часу проводимо, на самом деле. У тебе є охорона зараз? Ну, охорони як такової немає, у мене є мої друзі, які сюди рядом. Ага. Що ти відчуваєш в такі моменти, коли ти, я бачив кілька відео, коли ти підіймав прапор над нашими містами, коли ви звільняли території. Що ти відчував в такий момент? Це честь, це гордість, але при цьому практично в кожному поселку є погибші наші парні. Вся наша свобода облита кров'ю, заработана кров'ю, пісок і кров. Парни прорабатывают, все воюют, возвращают этот поселок. Самое кайфовое, это когда ты заходишь и когда начинают местные приходить. Когда местные подбегают, бабушки, дедушки обнимают, там, пирожочек, там, вафельку, сыночек, там, обнять. С капустой бери! Ну а потом захватываешь центр, захватываешь полностью поселок, возвращаешь поселок, захватывают они. Возвращаешь поселок, поднимаешь флаг, и ты понимаешь, что это все не просто так делается. Не просто так кто-то ранен, кто-то убит. Но это честь и гордость. Насколько ты изменился за цей рік? Я не знаю, это тяжело говорить от своего лица. Это должны скорее кто-то, товарищи, друзья говорить. Но постоянно, с каждой операцией становится все тяжелее и тяжелее. Морально,
тяжело вывозить, потому что мы воюем друзьями нашей всей компании харьковской. И кто-то может быть ранен, кто-то, к сожалению, может быть убит. И тяжело, постоянно переживания вот эти все, и они грузят тебя. Тяжело. Ну, ти ведеш операції, ти їх плануєш. Ну, я чув про те, що ти іноді сам теж виходиш. Да? Тобто ти не знаходишся в командному пункті, а ти стаєш з пацанами і теж б'єшся до кінця. Хоча, по правилам, наскільки я розумію, ти маєш бути в командному пункті. Ні, ну, громко говорить, що я іменно б'юсь з ними. Там. Я вихожу ізрідка, коли виходить, приїжджаю к ним, стараюсь как-то їм посодействовать, допомогти, где-то что-то докрутить, где-то что-то... Повторю, ну это все от переживания. От переживания за личный состав, переживания за парней. И когда ты сидишь в штабе, я вижу картинки, и я максимально содействую. Я по рации передаю. Там у нас птичка летает, я ее вижу. Там по рации передали, там смежники что-то горят. Я владею всей информацией и правильно я распоряжаюсь, чтобы все были в безопасности. И безопасно мы продвигались вперед и возвращали территории. Но... Когда я понимаю, что парни уперлись, и у них ничего не получается, и я уже не могу дать им лишнюю информацию какую-то, то я могу куда-то ближе начать подъезжать, что-то стараться помочь, еще там по дороге встретить БТР, еще, говорю, ты заезжаешь правее, ты левее. Когда ты физически общаешься не по рации, не по телефону, то оно дает большие плюсы, и потом операция развивается более живо и так, как она должна идти. Потому что но оно страшно. Никто не может сказать, что там не страшно. Кто говорит не страшно, он или дурак, или пытается повыделываться просто перед товарищами. Там страшно. Там в тебя всегда летит миномет какой-то, или летает орлан. То есть в тебя сейчас что-то опять будет прилетать. Грады стреляют. В тебя стрелкотня стреляет. В тебя с РПГ стреляет. Там реально страшно. И я понимаю парней, когда они вот зациклили, стали, все, ну дальше они уже не могут идти. И их надо дальше толкать, и надо дальше двигаться. И когда они дальше двигаются, они ловят вот этот кураж и уже начинают дальше продвигаться операция. Коли тобі було найстрашніше, найважчий епізод останнього року для тебе конкретно? Самый тяжелый эпизод был... Это, наверное, такая операция была, это было под Купинском. Мы тогда вот возвращали Купинск узловой, и там идет лесной массив. И мы по лесному массиву продвигались. И финальная стадия была того дня, группа должна была зачистить весь лес и выйти к частным домам. А в тех местах уже полностью зафиксироваться, разобрать сектора и занять дорогу. То есть логистику открыть, пути сообщения, на которых мы могли им подвезти еду, там, одежду, еще что-то. И так получилось, что мы дошли до леса, в лесу столкнулись с контактом, пострелялись. Но продвигались дальше и продвинулись практически до конца до домов, но не смогли выйти к домам. И группы остались вот так вот в лесу, и в лесу заняли позиции. Но парни были прохладно одеты, но они просто оделись там, в том, чем идти штурмовать, чтобы не было жарко, чтобы не было холодно. И тогда пошел дождь. И они всю ночь были под дождем. Там переохлаждения были, все. И командир роты, на тот момент Степ был, он поехал с нашим малым еще тяпой. Они взяли, вышли пешком назад, по-моему, вернулись. Забрали вещи парней полностью, дождевики и все остальное. И еду. Сели на квадроцикл и на квадроцикле по лесу возвращались обратно к парням, чтобы передать, чтобы они там не переохладились, поели, в тепле были. И когда они двигались по лесу, с правой стороны смежники должны были прикрывать железную дорогу. Но они не прикрыли железную дорогу, и группа русских зашла, сделала засаду. И я не помню, с чего-то типа РПГ выстрелило по квадроциклу. Они, парни, взлетели, и я все это по рации слышал, и я видел, как горит квадроцикл полностью с коптера. И понимаю, что это мои парни. И они по рации начинают передавать, мы ранены. Им двоим по две ноги были прострелены. И они начинают передавать, мы ранены, что делать. Но вот это вот был самый, наверное, тяжелый момент за весь этот год. Ну, было ряд тяжелых моментов. И тогда я им сказал, что занимайте круговую оборону, ложитесь. Пофиг, мы сейчас вас по-любому придем, заберем, вытянем.
И сначала один парень пробрался. А, нет, он ехал на втором квадроцикле, а второй квадроцикл все нормально было. И он смог только одного вытянуть. Он вытянул степа тогда. А тяпа, он был с рацией. И он постоянно там час говорил там, парни, когда вы придете, когда вы то. И группа Мини тогда вышел группой, вытянул его. И дальше я сопровождал полностью их на коптере, объяснял налево-направо. Ночью ничего не было, понятно, ничего не было видно. И они по темноте просто шли по словам, как я говорю. Вот вышли на железную дорогу, дотронулись ногой, пошли направо, все, идете прямо вдоль. Я вас вижу. Это один из таких самых тяжелых, наверное, моментов был, когда два товарища чуть не погибли, попавшие в засаду. Но нормально, двое живы. Один сейчас в Европе лечится, второй в Харькове. И вдвоем собираются, как восстановят ноги, возвращаться в подразделение, воевать дальше. Міні нам говорив в інтерв'ю, що твоя особливість, ти дуже бережеш своїх людей. Тобто ти можеш навіть рубатися, наскільки я розумію, при плані операції з кимось старшим, пояснювати, що це ризиковано, що для тебе дуже-дуже важливо берегти своїх людей. Ну, тут двоє. Ніколи не заберечь, в таких операціях чересчур людей. Треба просто адекватно сприймати ситуацію окружаючу. Якщо опасність перевищає плюсы, которые мы с этого заработаем, ну, это бессмысленно. Бессмысленно захватить какой-то там ВОП, который в подальшем не играет никакой роли, а мы там потеряем каких-то парней. А вот если мы захватим там ряд ВОПов, или от этого ВОПа мы сможем окружить еще там два ВОПа, ну, это уже интереснее операция. Я просто стараюсь каждую операцию докручивать. Вот если есть какой-то момент, то а почему вот это вот так не сделать? С этой стороны. А скільки приблизно часу тобі йде на планування операції? Я розумію, що різні масштаби бувають, але ось тобі скільки треба часу? Я чув, що в тебе є спеціальна така, як сказати, прилади, де ти моделюєш, як ми йдемо, що ми робимо і так далі. Да. Ну, приблизительно, наверное, около 2-3 недель. 2-3 недели это на дорозвідку і повністю планування операції. Да, ми зараз почали делать 3D моделі карти. То есть вот есть поселок, и он у нас огромный, такая карта там 5 на 5. И 3D дома. Мы на 3D принтере печатаем полностью масштаб. И на ней полностью все наносим. Тут враг, тут наши войска, тут пути логистики, тут высоты, тут преобладающие высоты, тут снайпера, тут танки и так далее. И когда планируется в целом операция, собираются командиры там взводов, отделения, рот. И каждый получает задачу. Вот эта рота уходит в левый фланг. В левом фланге первый взвод уходит сюда, второй входит сюда. Пока они держат, третий вообще забегает там за спину русским, образно говоря. С каждой операцией мы постоянно прокачиваем. Мы понимаем, что у нас там были ошибки. Ну, постоянно работать над ошибками. И сейчас я думаю, что мы действительно на таком уже хорошем уровне планирования операций. Чи можеш розказати якісь такі фішки, які ти вигадав, щоб обманути? Да? Це ж така теж гра, де вас там не чекають, ви можете зайти, обіграти опонента на старті. Щось було те, що ти ось таке вигадував, те, що хлопці завжди відзначають, що ти стараєшся не просто в лоб зайти, да? А щоб це якийсь такий ефект був, щоб вони не так зреагували, як потрібно? Ну, я не скажу, що я видумував. Ми вся команда обычно сидимо, кожен набрасує, ну і совместно, ну, виходить якась крута ідея. Но с формата, допустим, я скажу, Балаклей, когда была балаклейская операция, когда было контрнаступление, одна из фишек всей операции, это было то, что надо было зайти в зону электростанции. Она особо никому не была интересна, и там особо никого не было. И мы заходили флангом специально на электростанцию, чтобы потушить свет в поселке. Мы знали, что у них не были подготовлены генераторы и все остальное для управления полностью своими войсками, мы потушили свет, им потушили связь, и у них просто паника уже начиналась. Через это, и мы уже, это один из факторов был, почему они запаниковали, так? Да, и мы уже дальше начинали разгонять. Ну вот прикольно, тогда, когда мы потушили им свет, мы заняли дорогу, которая подходит к Балаклее, и они не понимали, где мы находимся, что происходит. И таким образом на нас тогда выехал пикап, и по-моему, выехала буханка. Пикап был на московских номерах, и буханка, ну, тоже на русских номерах полностью. Ну, конечно же, наш казачок там выехал, расстрелял одну и вторую.
ну, четко все получилось. И просто вот они не понимали, что вокруг происходит. И мы каждый раз, когда какая-то операция происходит, мы стараемся здесь давление, здесь зайти, здесь зашли, здесь происходит операция. А там момент, там свет выключили, там еще по штабу ударили. Мы знаем, где у них штаб находится, но мы в него не стреляем. Не стреляем до того момента, пока это нам не надо. Нам надо потушить штаб, потушить их управление, тогда мы только стреляем по их штабу. Потому что если мы потушим его раньше времени, может там переключиться, может кто-то другой приедет управлять, еще что-то. Все полностью по таймингу расписано, и либо полностью по операции мы понимаем, что мы дошли до вот этого этапа, следующий такой. До такого этапа надо сделать раз, два, три, четыре. Кто для тебя приклад, кто тебя вчив цю операцію пропрацьовувати, да? Да я на самом деле не скажу, что меня кто-то особо учил. Ну, конечно же, структура, в которой мы есть, мы общаемся, это очень большой опыт развития для меня, общаясь с ними. Каждый делится каким-то, да, какой-то информацией, главное управление разведки. Но в целом также и книги стараемся читать. Ти один з тих людей, хто планували цю велику операцію, тобто був в інформації. За скільки ти, вона була дуже неочікувана абсолютно для всіх, за скільки ти знав, що ось таке буде? Що ви звільните Харківщину там на 90%, навіть більше? Не, ну оно так пошло, просто хорошо наступательно. Тогда очень хорошо сыграли химарцы. Химарцы очень много порешали. Они реально уничтожили им штабы, скопления техники. Много работы агентов было наших. Агенты с области передавали информацию, там много техники стоит, а там всякие бородатые типы какие-то серьезные ходят и так далее. Ну и перед операцией оно полностью все потушилось. Для нас операция была разбита на две части. Первая часть — это балаклейская история. Балаклейскую историю мы прорабатывали, долго шли к ней полностью. И хорошо сработали, я считаю. Мы первые, кто зашли в Балаклею, прошли по всему городу, подогоняли русских, которые уже именно сбегали. Просто там паника была, там просто бег был. Техника брошенная просто на дорогах у них была. Там где-то что-то заглохло, они ее бросали, все, и текать. Ну, просто выбегали, да, типа? И... Да, да, но они понимали, что что-то неладно уже происходит. Это вот первая часть операции, это Балаклея. И дальше, как мы пошли по поселкам. Честно говоря, плохо помню название поселков. Но там мы тоже нормально танков нахоботили себе. А вторая часть, которая была, это уже Купянская история. Вот, Купянская была такая тяжелая история, серьезная. Купянское направление, это, наверное, было самое удачное, самое сильное операция, в которых мы участвовали, в которой мы были там фронтменами, кто первый все это проделал. Чего стоило только начало самой операции. 92-я бригада зачистила полностью один берег Купянска, а на второй берег были разрушены полностью все мосты, не было ни одного моста. И нам говорят, ну, надо как-то закрепиться на той стороне, чтобы можно было кинуть понтоны, что-то еще, что могла переехать техника. Я говорю, ну хорошо. Прикольная тоже история. У меня товарищ хороший, это Ероха. Он с Купянска сам паренек. А на момент русской лозовой прилетела мина и оторвала кусок икры ему. Но он постоянно, он борец, мастер спорта, международник, по-моему. Он постоянно тренировался, восстанавливался, но все равно хреново ходил. И вот мы приезжаем уже на Купянск, я говорю, Ерох, ну нужна твоя помощь, нужна коммуникация с местными, чтобы получить какую-то информацию. Он говорит, ну хорошо, надо, конечно, приеду, если ты говоришь. Он приезжает, я с ним, короче, выхожу в Купянск, начинаю идти по Купянску. Нас сначала артиллерия прибивает жестко. Именно по вам. Мне так стыдно было с Ерохой, да, он еле бежит, короче, я его вечно там куда-то прибью к стенке, прижму, а потом нас авиация еще накрыла. Ты чекай, вы зашли на их территорию? Не, мы шли по нашей территории, Купянская, да, с этой стороны, но нас постоянно что-то крыло. В конце, когда авиация еще накрыла, у меня руки попалило, они зажигалки посбрасывали. Ну, мне так стыдно было перед Ерохой, так что, Ерох, извиняюсь. Но мы тогда получили информацию, и в итоге мы на тот берег перешли просто по маленькому мосточку, тупо посередине поселка, где никто не ожидал. Но это а он там был, это место? Не вы поставили? Чи вы поставили? Там был мост огромный, да. Он разрушен, да, был полностью. И там осталась маленькая дорожка по краю просто, этого разрушенного моста полностью.
И русские просто не ожидали, что кто-то сможет, хватит ума, тупую на 12 зайти через мост. А я тогда подошел, мы с Ютой тогда еще потом после заехали, подхожу к краю моста, смотрю, ну, в принципе, нормально. Подхожу на сам край моста, вышел там с биноклем, постоял, посмотрел, там то-то-то позиции, птичкой проверили, всю информацию какую-то подсобрали. Я говорю, ну, пацаны, я думаю, что это закатят. И оно закатило. А сколько людей так пришло? Сначала малая группа зашла, сначала группа человек 12 зашла. Они зафиксировались, а потом уже зашло 3 роты. Ну, я не помню, человек 300, наверное, это 250. По этому маленькому мосту? Да, по этому маленькому мосту. Мы малыми группами, такими тараканами набежали просто и захватили поселок. И у них там тоже, у русских, такая паника была. Парни просто расстреливали. Они там выбегали с домов куда-то, бежали в панике, не понимая, что происходит. А на улицах просто та-та-та, та-та-та. Ну и тоже до этого спланировали, расставили точки, где кто какие занимает, и захватили поселок. Ну и потом в течение 4-5 дней только смогли кинуть понтоны. Ну я не помню, дня 4, по-моему, это происходило. И считаю, что мы без техники, без ничего зафиксировались на второй части Купянска и просто держали вторую часть. И спасло тогда еще, конечно, Викинг молодец, это саперов группа. На вот этом мостике мы выложили досками так, чтобы мог проехать квадроцикл. Ага. А на квадрик накидали, короче, темок, мин. Ну, плюс еще там у русских забирали то, что, ну, там они достаточно пооставляли всего. И максимально позаминировали дороги. И везде, где русские пытались подъехать, ну там очень круто. Там много видео оттуда. Расстрелянный автобус с ними ехал, КамАЗ военный полностью, БТР заехал, залетел, его расстреляли тоже, он на ТМ-ке наехал, у него колесо одно оторвало, он едет дальше, пацаны там с РПГ, с автоматов, вот там вот пацаны, очень яркие такие эмоции у них. Слухай, ну після такої операції я розумію, що ну не те, щоб повірили в себе, а зрозуміли, що ну ми зможемо вигнати їх звідси, правильно? Да, ну, чисто да, морально да. От. Так мы дальше, у нас как, у русских постоянно была задача вернуть назад Купянск. Ага. Вот с Купянском там очень серьезно были. Там же ж сполучення виходить, що вони підігнали вже свою залізну дорогу, да, туда, і вони, здається... Ну там ми обрізали все, ми любую логістику вже все обрізали. І русські пытались на танках заїжджати нам в поселок, на чому угодно, ну там горіло все. Потім 92-я бригада ще прийшла, все-таки вийшло переїхати. А у нас получилось, благодаря понтонам, которые 92-я бригада, забрать технику, которую мы забрали у русских. Ага, потом... Перегнать назад, да, к нам, сейчас отремонтировать ее. И сейчас, благодаря им, мы такое боевое подразделение с БТРами 82-ми, с 30-ми пушками в хорошем количестве, БМПхами, танчики 82-е. Спасибо русским. Нарешті я вам можу це розповісти. Здогадалися, про що я? Зараз заїжджаємо на заправочку і розкрию всі карти. Я раніше казав вам про проєкт «Око за око». І ось результат. Шарки вже роблять помсту ворогу. «Око» і «Повернись живим» передали перший комплекс військовим. Пілоти пройшли спеціальні навчання, тож розвідка ведеться, артилерія коригується. І віримо в те, що перемога наближається. До речі, завдяки всім, хто заправляється на око пульсом помсти, вже зібрано кошти на 22 комплекси «Шарк». Це понад 280 мільйонів гривень. Але розслаблятися зарано. Залишилося зібрати кошти ще на 3 комплекси. Друзі, заливайте повний бак пульса, оскільки з кожного літра гривня йде на допомогу нашому війську. Око за око! Про що ти думаєш, коли бачиш Добкіна на військовій формі? Це смішно. Ну я бачив, що тебе, ну, типу, реально це завело. Ти якось там зреагував.
Короче, тогда очень прикольная история была. Я зашел к себе в Инстаграм, начал лазить по его страничке, искал его старые посты, короче, там, где он в георгиевской ленточке стоит, понял, и так далее. Я начинаю скидывать себе в историю, говорю, что это за черт, говорю, а что вы за него вообще кто-то что-то говорит? И прошло, не знаю, минут 20, и он поудалял половину фотографии себя с Инстаграма. А, то есть он побачил тебя, да? Он увидел, да, что я выложил, потому что там, походу, началась такая рассылка, все начали фотки эти постить и так далее. Так а ты с ним перетинався колись там да по нет, політичній нет. темі? Нигде я с ним никогда не перетинався. Слухай, ну такі люди, як ти, ті, що пройшли от після Євромайдану, як у вас тут ці всі сепари, ну, я пам'ятаю, вас важко виходили, да, з приміщення ОДА, ви ніколи не пробачите таким людям, як Добкін, да? Да, конечно, на какую пробачу? Я вообще вот сторонник там ОПЗЖ, там все люди, которые там за Россию, это из-за них началась эта война. Ага. Они спонукали, они создали эту площадку, благодаря которой началось вот это полномасштабное наступление. Так что, ну какой им простить? Это из-за них началось это все. Ты вважаешь, что они мають засунуть просто голову в песок и вообще нигде не вылазить, ничего не... Я думаю, что они должны ехать или в Россию, или в Европу куда-то, и пускай живут здесь, им явно не рады. А если они будут готовы финансово допомагати там... Неважно, это абсолютно неважно. Угу. Если мне кто-то отрежет ногу и скажет, на тебе денег, но у меня нога от этого не отрастет же. И я понимаю, сколько парней погибло, я понимаю, сколько парней ранено. И ранены из-за вот этих ублюдков, те, которые до этого кричали там «Россия», «Мир», «Дружба», «Жвачка». А история что гласит? История гласит, что Россия всегда Украину пыталась как-то ущемить. Ви дружили, ми з тобою говорили з фанатами «Спартака» колись, і от да. після того моменту, як ми спілкувалися, стався епізод. Один чувак, його клікуха Пушок. Я тільки за Пушка хотів да, сказати, Пушок. Я так улыбався. Цей Пушок, він махався за вас проти Динамо. Да. Да? Ось тут недалеко, на Кірово, да? Це бійка була. Да, і да, він да. написав такий пост, що типу, я був в Харкові ще до того, як це не було мейнстрімом. Да. І потім його, ну як говорять, забаранили, да? Наскільки я розумію. Він ушов у Вагнера, по-моєму. Ага. І був момент, коли Вагнеров теж з... Химарцев, по-моему, ну чего-то очень сильно тогда развалили. И ага. там был Пушок тоже. Так а ты, ну кто с ним спілкувався, что-то говорил, чувак, что ты чудишь взагалі там и так далее. С ним общались его там товарищи, ага. которые тоже там как как-то минимально стараются перекидывать какие-то там сообщения, типа держитесь, пацаны, мы там против этого всего. Есть еще такие ага. люди, но они поезжали в Европу, они не в России находятся. Они говорят, Россия это утерянная все полностью страна. То есть эти спартачи говорят, что Россия... Да, да, что там именно все. И они из-за этого Пушка говорят, ну кретин, говорит, ну докуда дошла, типа там копейка, вот так вот и погиб. Пушок. А як ти ставишся до таких спартачей? Я бачив, навіть вони графіті намалювали десь в Барселоні, типу Путін хуйло там і так далі, щось по такого формату. Ні, ну є везде адекватні люди. Є ж русські, які воюють за Україну. Воно все є підрозділення віддільне. Ти про цей русський добровольчий корпус? Угу. Тобто ти нормально до них ставишся і підтримуєте контакти? Ну я не підтримую ні з ким контакти, на самом деле. Слухай, ну а такі персонажі, як там Чичваркін, який там, я чув, що він теж ну, фінансував наші війська, росіяни. Взагалі все одно. Я говорю, ну от мені абсолютно все одно за от ці всі людей, які до цього милились десь там русські флаги, там всі от ці моменти як-то. А зараз вони вдруг там почали благотворительністю займатися, допомагати і так далі. Серце заколово, чи що, що вони тут вбивають мирних жителів, там, дітей і всіх остальних. Ми підходимо зараз до місця, де був мурал Олександру Ярославському. Угу. Чому він зник? Хто намалював йому балаклаву? Те, що я чув, що це ну, фанатських рук справа. Неізвісний патріот. Невідомий патріот. Окей, окей. Коротше, балаклаву намалювали, потім його комунальники просто замалювали. Да. Ставлення зараз до Ярославського за цей рік. Ти минулого року, знову ж таки, ти сказав, що я нічого не хочу казати, типу, рано. Як, що ти зараз вважаєш? Та що вважати? Ну, повністю бросив клуб, уїхав. Вот эта смешная история, продам яхту, там, с яхты там все деньги. Ну и где яхта, где деньги? Насколько я знаю, там миллион гривен один там отправил. Ну это, насколько я не знаю информацию. Есть еще там грустные истории на Старом Салтове, в Мартовой. Ага. Что там в его дом залезли там кто-то русские, что-то вроде бы вынесли.
И потом это все вернулось обратно, и там появилась какая-то охрана русская. Ну, это такое, одни разговоры, но на самом деле, насколько там летали на птичках на всем, его дом полностью целый, и все хорошо. Так что не знаю, там, может, какая-то коммуникация у него все-таки есть даже с русскими. Ну, это такое. Но то, что он никак не помогает ни клубу, ни фанатам, никому, это факт. Обидно. Такой город, который жил футболом, даже в момент там ковида, да, когда последнее время приходило на футбол там на Динамо там на 5-6 тысяч людей, а сюда приходило 30 тысяч людей, 35 тысяч людей. Этот город живет футболом, этот город живет спортом полностью. Здесь очень много спортивных моментов. Та жалко, обидно, конечно, за клуб. Ярославського назад є шанс йому повернутися втретє? Я не знаю. Пускай сначала свои уголовные дела позакрывают, все остальное. Мне кажется, у государства достаточно много вопросов есть к нему. Ну и у нас, как у фанатов, тоже есть достаточно вопросов к нему. О поддержке как клуба, так и фанатов в такое тяжелое время. Ты так впевнено сказал, позакрывает свои дела. Я ж не знаю, что там, как у него. Юристом не нанимался, адвокатом тем более. Нещодавно росіяни теж дуже активно почали говорити про фанатів в своїх якихось батальйонах, да? І організували цілий батальйон «Москва», ти щось бачив про це, чув. Тому що у нас ця тема, вона як від народу йде, вона з самого початку, і те, що багато фанатів в Кракені, всі про це знали, все це підсвічували, і ось вони прокинулися і вирішили щось організувати. Та нічого абсолютно странного на форматі Росії. У них, честно и откровенно говорят, обычные бойцы, что они идут за деньги. А эти, тем более, там в России собрались, чтобы заработать какую-то капусту. Но эта капуста им закончится деревянными гробами, черными пакетами к их родственникам. Вот как Пушок. Хороший парень был все. Не знаю, как его так поклинило, что он поехал воевать с славянским народом, как они там кричали и так далее. Ты, как один из командиров на бойових задачах. Я от чув, що у росіян у них дуже жорстка вертикаль, і якщо їм дають якісь задачі, то вони не можуть ні вправо, ні вліво піти. А у нас, такі як ти, на місці можуть приймати рішення і якось обходити, десь може і задню дати, десь навпаки вперед прорватися. Наскільки це коректно так говорити, так як я це подав? Війна – це такий момент, де постійно треба варіюватися, треба постійно. Ти тут уперся, значить обійди з цієї сторони. Тут не вийшло, вернись, пройди в цю сторону. Главное – это финал. Финал – это выполненная задача, та, которая поставлена. Образно говоря, захватить что-то, допустим. А у русских с этим проблемы большие. Им говорят, захватить вот этот поселок. Они, ага, по бумаге. 3 танка, 4 БТРа прямо по полю. Есть, так точно. 3 танка, 4 БТРа едут по полю. Ну, а там добрый вечер, мы их встретили. А мы наоборот видим, как так. Так, аптечка. Главное, это выполненная задача. Всем важен результат. Мы видим по-своему выполнение этого результата. И, по-моему, мы уже доказали, что мы имеем право сами решать, как правильно обтечь этот камень. Ваш друг Кракена Денис Бірінчик виходив на бої теж з символікою Кракена. І ваші окремі бійці, я бачив, що теж виступають на міжнародному рівні з символікою Кракена. Наскільки для вас це взагалі важливо, ось бачити, що спортсмени професійні вас підтримують? Я, на самом деле, хотів би поблагодарити хотів би Єзерського. Єзерський, взагалі, дуже красавчик, реально, постійно старається підтримувати. Ще з самого початку війни він там в Харків намагався все відправляти, підтримувати. І Бірінчик, Ден, ну, он реальный красавчик. У нас когда была операция в Белогоровке, он тоже подъезжал туда, но в те районы, конечно, не в саму типа Белогоровку, не в самые поселки, но подъезжал, общался с парнями, встречался, тоже какие-то ништяки привозил. Они там несущественные, там один прицел, два прицела или еще какая-то вещь. Но само вот это внимание, парни понимают, что ну, они сила и за ними мощь такая, и их поддерживают все. А Денис, когда вышел еще на арену, на бой в форме, ну, красавчик. Потом разговаривали все бойцы, говорят, фу, круто. Ваши пацаны тоже выступают, да, на таких, ну, хороших, на хорошем уровне, как бойцы? Да, у нас ряд, у нас много хороших парней есть. У нас есть боксеры хорошие, там, Серега Валуев, который выступает. У нас есть Кирюха, там, который по ММА выступает, ездит полностью. Также посвящаю свою победу своим побратимам,
з підрозділу «Кракен». Ну, і ми стараємося розвивати і прокачувати це. Якщо парень крутой спортсмен, це ж не важливо, щоб він должен був в даний момент бігати з автоматом і стріляти. От нього буде більше пользи, якщо він в Європу виграє і підніме флаг України над всіми. Русского флага сейчас нигде нету, да, типа в спорте. А украинский флаг должен быть везде и на первом месте. И парни это доказывают. Эволюция дуже серьезно відбулася и Берінчика, и Усіка. А от що ти скажеш про Ломаченка? Чи ти, ну що, як з такими людьми? Ти що знаєш якусь інформацію, як його так поплавило? Я не знаю, я просто изначально разговаривал. У меня с Тёмой постоянная заквость за это была. Я говорю, Ломаченко, говорю, ну, пробои, наверное, я не знаю, как назвать. Вот эта РПЦ-шная тематика их, Русская Православная Церковь, до добра не доведет. Ну, так вот она и не довела. Я уже очень давно за это говорю. Я плохо отношусь к нему и ко всей этой истории. В цьому відео ми маємо спеціальну соціальну місію. Спільно з фондом «Трибуна героїв», який опікується родинами фанатів, які загинули на фронті, та фондом «1654» ми збираємо кошти для родини Юрія Красовського, Артека, фаната футбольного клубу «Металіст», який загинув в першій спецоперації Кракена в Ольховці. У нього залишився син Єгор, і ці кошти будуть саме для нього. Той, хто дасть найбільший донат, отримає джерсі з матчу пам'яті полеглих за свободу України воїнів з написом «Артек», а також футболку «Жирони» Віктора Циганкова. Куди скидати кошти, тобто банку з Монобанку, я залишаю в описі до цього відео, підсумки за місяць. Давайте разом підтримаємо родини полеглих героїв. Ви починали з того, що ви заїжджали на операцію в Ольховці на різних машинах, я розумію, ви по Харкову тут просто позбирали. І зараз ви дійшли до того, що у вас вже БТРи, танки. Я навіть бачив гелікоптер з вашою емблемою «Кракен». Так. Ця еволюція пройшла? Чи просто керівництво побачило, що ви... Ну, по-перше, ви віджали у росіян дуже багато. По-друге, що керівництво побачило, що дуже хлопці можуть багато що зробити і вам дуже довіряють зараз? Часть техники — это действительно такая хорошая часть, это ту, которую мы забрали у русских. И теперь она же воюет против них. А второе, ну мы действительно показали, что мы достойны, что мы можем и что мы будем делать. Ну и как Кирилл Алексеевич сказал, что мы сейчас одно из самых боеспособных подразделений в стране. Ну и я точно так же считаю. Розкажи трошки про Кирила Буданова. Ти, ну, я бачив відео «Правди», що там була інформація, що він навіть ходив на операції. Як тобі неочікувано було його бачити? Я знаю, що ти, ну, ти більше знаєш, що він не вперше це вийшов на якісь операції, так? Да, Кирил Алексеевич такой серйозний чоловік. Ну, і його опыт спецназа, він його далі питає, використовує його. Дальше. И он пытается каждый раз как-то участвовать, подбадривать и личный состав постоянно, что все видят, что, ну, такой серьезный человек полностью в операции участвует. Но это довольно часто выглядит опасно на самом деле, но он действительно приезжает на многие операции и, так сказать, своим прикладом показывает, что нам необходимо бороться. Ти з ним спілкувався взагалі так на операціях? Щось було, якісь комунікація? Тому що от в інтерв'ю багато, він часто достатньо дає інтерв'ю, і він так, ну, дуже впевнено себе поводить, оце як він сміється, сміх цей українці дуже люблять. Ну, операція «Русскоглазовая», да, повністю проходила тоді общення. А далі, ну, нам передають багато інформації, яку благодаря також йому, він допомагає повністю нам в операціях. Про що ти подумав, коли почув «Кракен» з вуст президента України Володимира Зеленського? Я дякую бійцям підрозділу «Кракен» за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледару. Не знаю, я, мабуть, вже на самому мнінні нашого підрозділення, ну, сказали спасибо большое. Ага. Не, ну, звісно ж, воно приємно. Приємно, коли признають, підбадрюють. Парням це дуже багато дає. Когда президент говорит о нашем подразделении, когда другие там великие люди слышат о нас, говорят, хотят помочь нам каким-либо способом. И парни понимают, что они часть вот этого большого подразделения. Він відзначав вашу роботу на Солидарі. Да. Розкажи, що там було, тому що це дуже важкий напрям зараз для всіх. Чим ви там займались?
Солидар — это действительно очень больная такая история, опасные операции. Вагнера показали, что они могут закидывать вот этим мясом зэками, просто такие именно мрази вот этим на зэке. Вот им абсолютно все равно на все. Основное, что это их отправляют именно просто на мясо. У них тактика действий такого формата была, что идет группа вагнеров, дальше они выгоняют зэков, и зэков, как овец, распускают перед собой. И смотрят, что там их постреляли, а здесь они пролезли. Пролезли, классно, и группа подтягивается дальше. И отправляют дальше, короче, вот так вот зэков. Но там очень большое количество зэков погибло. У нас были пленные, пленным зэком общались. Ну, там с формата такого, что им еду выдавали, там, один сухпаёк, там, на неделю, типа. А дальше добудете сами. И мы его тоже там словили, у него там штаны там были уже другие, курточка та же, типа, говняная вот эта их расцветка. Они лазили все по домам, искали себе вещи, искали еду там и так далее. Ну, отребья, отребья общества. И Россия чисто избавляется от вот этой черни своей. Наше подразделение действительно... Мы наладили всю линию обороны, мы распространились малыми группами и держали контроль. Мы понимали, что там происходит, что там происходит, что там происходит. Когда понимали, что враг действует на определенном секторе и пытается там продавить, то и мы там же сосредотачивались и старались сдерживать. Ну, не старались, а у нас действительно вроде бы выходило это все. У нас постоянно летали птички. Постоянно работала наша артиллерия, мы разбивали их логистику, мы полили их танки. Ну, мы на Солидаре очень много. У нас есть там парни, которые с пулеметом там за ночь больше 30 человек убил, просто с тепловизором, вот этих зэков. Ну и там у каждого там фрагов, ну, дурные уже цифры. Тактика ця працює їхня, оце от в розпусканні овец? Вони ж все ж таки нас трошки продавили. Продавливают. Ну, оно не секрет, что оно действует, потому что работает артиллерия, люди психологически тяжело держат это все, что прилетает постоянно. И при этом еще зомби-апокалипсис. Просто по полю в полный рост идут какие-то мрази. И ты не понимаешь, что происходит. Тебя просто попаяло уже или реально это происходит. Ну, как обычно, знаешь, там идет там две зеленочки, и там позиции, да, расставлены. Но основное это держат там две зеленочки. Да. А тут тупо просто по полю идет там 10 человек в полный рост. У одного автомат за спиной закинут, значит, там сигарета в зубах. Ты вообще смотришь на это реально типа такое происходит. Ну там она Первая мировая такая. Ви піймали цього зека. Що, яка його мотивація взагалі? Да? Чувак сидів собі в в'язниці, там якийсь термін у нього залишався, він би міг собі далі сидіти, відсидіти, вийти там і жити. В чому їх прикол, ти вважаєш? Да никакой мотивации, они отребья, они мрази. У кого-то, конечно же, наверное, есть какие-то там идеологические взгляды, но я думаю, что это малость. Все остальные просто хотят сойти с тюрьмы и увидеть вообще, как жизнь. Жизнь в России и жизнь в Украине, ну, это абсолютно разные вещи. Я думаю, то, что они увидели в Солидаре, они там уже в космосе летают, думают, вот это да. Ти комунікував з вагнерами? Я чув те, що мені казали люди, які з тобою спілкуються, що ти до ворога ставишся з повагою. Да? Тобто немає такого, що це, типу, там, що це нікчеми, да, як іноді їх подають. Ні, нікчеми – це іменно от ці зеки. Ага. А самі вагнера – ні, я к ним з уваженням все одно відношусь. Для мене дуже уважительно произошла ситуація, коли у нас дуже хороший розвідчик тоді погиб, Бабай. И еще один паренек Бай. Бай с молодых наших пареньков. Ночная операция, вот могу отдельно за ночную операцию рассказать, за тоже наш новый уровень развития. И там такой темп у них было наступление, и смежные группы тогда отошли, и мы оставались сами. У парней заканчивалась БК, и им пришлось отойти. Они вытянули всех 300-х, но не получилось вытянуть погибшего парня. И потом... командование там выше, когда разговаривали с вагнерами, они полностью передали все тела 200-х. Ну и для меня это уважительно, я считаю. И также мы их там тела попередавали обратно. Не зеків, а от інструкторів цих там, да, професійних, да? Да, именно профессионалов.
когда погиб один парень с французского легиона, еще тоже там ходило видео по интернету, когда вагнера его там, тоже парень, который тоже в французском легионе служил, с уважением, они ему одному сделали гроб с красного дерева, положили флаг французского легиона, закрыли и передали тоже труп. Не, они с уважением относятся, и нельзя недооценивать их. Они все-таки ездили по миру, тоже воевали. Они понимают свои действия. Дивись, я чув офіційну і неофіційну версію, чому називається спецпідрозділ «Кракен». У всіх ваших відосах останніх я бачив ось цю заставочку «Випускайте Кракена». Випускай Кракена. Це така легендарна фраза, і я чув, що вона сказана була в контексті тебе. Тому що на старт повномасштабної війни ти сидів в в'язниці і сказали, що треба випускати Кракена, тобто тебе, ну, щоб ти почав тут організовувати двіж. Наскільки це правда? Ну, действительно, такого формата было, но немножко не так. Когда меня выпустили, и я с СИЗО, и я выставил фотографию, что я вышел, все, я уже с оружием, воюю, готов стоять типа со всеми. И там в интернете начался разрыв. Ну, много людей знает, слышало. И в ТикТоке начало много, короче, выкладываться, выпускайте Кракена, типа, и моя фотография, типа, что все, теперь русским точно оплыкаю. А вот он тогда так заехал, заело выпускать и Кракена. И потом, когда мы уже сидели на общем собрании и думали, а как назваться? Так. Кошенятки там было предложение. Решили вот Кракен, реально крутое название. Только это сыграло свою роль. Мифологический такой монстр, когда уже полностью крах, когда уже все совсем плохо. Он выходит со своих глубин, поглощает все и опять воцаряет свет, добро. Как-то так. Ну, классно. Рік тому, коли ми писали інтерв'ю з Сергієм, спочатку ми зустрілися ось тут, на площі. Машин абсолютно не було, тут майже нікого не було, і це те, що я ніколи не забуду. До речі, з того інтерв'ю російська пропаганда взяла шматочок і використала його в своїх інтересах. Вони, як завжди, вирвали все з контексту, і там нібито було сказано так, що Чілі зізнається у військових злочинах, що Кракен знущався з полонених. Хоча насправді Сергій пояснював, що ось такі фейки розганяє російська пропаганда про те, що це фейк. Ми такого не робили. Однак росіяни вміють все перевертати. Ми, наше підрозділення, прострілювали ноги російським мінопленним. А теперь военный преступник не только признался в содеянном, но и пытается себя обелить. Что интересно, в своих соцсетях видео с раскаянием Величко разместить забыл. Какие фейки российской пропаганды тебе наибольше зачитывало? Ну, меня... Кого тебе выкрали, да? Не, меня, вот то, что меня украли, меня это все вообще не зацепило. Ну, конечно, друзья все начали переживать, звонить в таком формате. Меня больше зацепило то, что мы, наше подразделение, простреливало ноги русским именно пленным. Люди пленные, они сдались, они со связанными руками, но я не считаю, что это правильно, я не знаю, откуда это видео пошло, но я не считаю, что это правильно. Скільки тобі потрібно часу, щоб підготувати гарного бійця? Нам сьогодні розповідали, як Кракен, у вас дуже крутий відбір. Тобто, да, після курсу молодого бійця ви обираєте там 100 людей і потім ще їх проганяєте. Тобто не кожен може в Кракен потрапити, це елітний спецпідрозділ. Не буває у нас навіть 100 людей. У нас звичайно приходять чек 130-140, ага. І 140 чоловік залишається десь 40. От чек 100, їх просто не вивозять наше КМБ. Нам головне не фізичне, а навіть там... чтобы человек там был крепкий, там мог пробежать, еще что-то сделать, а психологически, что вот каждый будет стоять до последнего. В каждом ты будешь уверен. Если я уверен там, в своих товарищах, парнях, что если я пойду в здание, они пойдут за мной в здание. И неважно, там будет стрельба, там будет граната, еще что-то. Вот это главное. Главное физически понимать, психологически состояние всего подразделения, и что оно все психологически готово. Потому что оно тяжело, повторю, когда в тебя прилетает артиллерия, в тебя стреляют, и тебе еще говорят идти туда, откуда
по тебе стреляют. Ну, представляешь, как это вообще, вот, ну, тяжело. Як ви перевіряєте людей, щоб зрозуміти, ця людина, ну, готова на це? Ну, вони проходять КМБ, курс молодого бойця. Їх там заганяють повністю, там, тренування, стрільби, там, ще щось. Відсіваються, ті, хто залишаються, тих ми забираємо. А там уже, ну, кроме как на бойових, ти ніяк не перевіриш. Я чув, що у вас є таке поняття, як з фільмів, що колокол, да? Якось потрібно пройти якісь нереальні задачі, і от хто викатує, той залишається в Кракені. Ну, це от поясни трошки. Це КМБ, коли ага. курс молодого бойця проходять, є на площаді, там площадка така, є колокол. Колокол зробили із снаряда танкового. Він висить, і коли хтось здається, ну, все, розумієш, що він фізично не тягне, або там психологічно не тягне, або ще щось. Он подходит, стучит в колокол, и только тогда он уходит полностью с курса. И все остальные в подразделении, они слышат, что кто-то стучит в колокол. И они понимают, нет, я сильнее, я могу еще, я буду еще. Все, и они остаются и стараются дальше. Поясни, какие могут быть задачи ось на проверку? Да? Тобто я чув, что там может там, плыть достаточно долго, да? Там, когось треба врятувати, хтось тоне. Що це може бути? Які це перевірки? Ну, там абсолютно різні формати можуть бути. Парни могут под дождем просидеть там ночь. Ночь? Да. Вот под дождем ночь тебя начинает морозить, тебя начинает телипать. Парни там бегают дистанции, там 8 километров, там 15 килограмм, и надо вложиться там в определенное время. В бронежилете 15 килограмм, да? Ну, они с сумкой бегут, сумка 15 килограмм. Вот надо вложиться в определенное время, не вкладываешься, уходишь. Ну, там множество. Тебя психологически сутки без еды находишься. Вот сутки ты без еды, и тебя уже тоже начинает телипать, в голове кружиться, а тебе надо дальше это делать. Ну, КМБ такое серьезное. И много людей хочет саме до вас? Да, да. Списки постоянно подаются, постоянно КМБ вот так вот крутятся. У нас никогда не бывает застоя. Постоянно происходит набор. Рік тому, коли ми з тобою говорили, ти дуже переживав, якраз тоді Маріуполь був, да. Азовсталь, і ти як людина, яка була в Азові з 14-го року, ти дуже так рефлексував, і ми з тобою після цього говорили, ти казав, як хлопці, там перевага в 10 разів, люди з відірваними руками продовжують міни кидати, тобто там страшні історії. Але ти, я розумію, що ти розумів, що ти потрібен тут, да? Що ти маєш тут організувати людей, і ти б, якби, напевно, була твоя воля, ти б, напевно, сам зірвався і поїхав на Азовсталь. Я правильно розумію? Изначально, когда я вышел, у меня было предложение. Первое – это воевать дальше в Киеве с подразделением, там тоже были азовцы. Второе – это поехать в Мариуполь в окружение. И третье – поехать в Харьков в окружение. Вот у меня был вариант. Я выбрал Харьков, потому что здесь мои парни, моя компания, и я не мог их никак бросить, и я понимал, что я должен быть с ними. Но если б в Харькове, допустим, не было такого именно напряженной ситуации, непонятной на тот момент, что все-таки будет происходить, я бы, наверное, полетел бы в Мариуполь. Ну, а тут уже это такое разговоры. Сделал, тогда отвечаю. А так, ну, я, скорее всего, я поступил бы так. Азов, у нас завжди вважається, це елітний підрозділ. Ти знаєш вимоги, ти знаєш можливості, ти знаєш, яку вони зброю мають. Те, що зараз має Кракен, на якому ви рівні. І я не хочу, щоб ти казав, хто круче, ну це, ну, на одному рівні зараз підрозділ, як ти вважаєш? Ну, я скажу так, Азов на індивідуальній підготовці, він дуже сильний. От індивідуально парні по 8 років там воюють, і там кожен там з під ноги може там перезаряджати магазини, стріляти і так далі. Вони дуже круті парні. Но большая проблема, что не надо забывать, что 700 человек в плену находится, 740. И небольшая, не особо большая группа-то осталась всего-то азовцев. А Кракен — это сейчас большое подразделение с разного формата. Танки, минометы, артиллерия, пехота, БПЛА. Ну, вот все, что там можно, все у нас есть, в принципе, с такого формата. И, но скажу, что у нас, как в Гуре, у нас вооружение будет лучше. Вот там автоматы, пистолеты, там, такого формата. Мы сейчас, наверное, в натуре самые такие топовые. Насчет оружия, это то, что я тебе говорил, операция на Солидаре, на Соле, поселок Соль был. Операция, до которой мы уже вот доросли, дошли уровнем. Дошли уровнем те парни, которые там полтора года назад бегали на металлисте, там мячик буцали, они с автоматами бегали и стреляли.
парня на соли, все уже там шли с эмками М4. У каждого стоял коллиматор Aimpoint, у каждого стоит деболы, лазер, у каждого ПВС, ночник. Он ночник опускает, лазер включает, и он с груди может стрелять полностью. У каждого там РПГшника тоже определенная аппаратура, с которой он может ночью стрелять. И операция в соль была ночью. Вот ночью подразделение зашло, разнесло русских, там очень много тоже, там погибших много. И вот один паренек, который погиб, очень хороший, молодой парень, бай, он именно герой. Группа шла, он шел на ПВС. Были бы, конечно, проблемы, когда были большие взрывы, засвечивалось и плохо было видно ПВС. Но вторая группа не могла продвинуться из-за того, что там сидел пулеметчик. И группа начинала как-то окружать этого пулеметчика. Малой тогда перебежал через поле, забежал к дому, а за ним бежало еще несколько парней. И там началась стрельба, и получалось, что его отрезали, и он сам остался возле дома. И он не испугался, он продолжил наступать дальше сам. И он сам выбежал из-за дома, ну, выдвигался из-за дома, убил пулеметчика, а там еще была группа людей, и ему попали тогда в ногу, внутреннюю часть ляхи, и он застрял. Он застрял между домом, и там деревяшки были. И он просто не смог вылезти оттуда и накинуть себе турникет. И вот так вот он погиб. И тогда не смогли его вытянуть, и потом уже в кооперации, общаясь с вагнерами, они передали тогда тело. Но вот парень, герой просто, сам продолжил дальше операцию, понимая, что парни справа могут сейчас тоже или за 300 цели погибнуть, и ему надо ликвидировать этого пулеметчика, и он его ликвидировал. Таких людей треба завжди відзначати. Про них часто говорять, що тігри, да? От, які готові, да, это реально тігри. Битися до кінця, віддавати все. І я зараз часто чую, що, ну, на Азовсталі дуже багато тігрів було, да? Що, конечно, мало у нас таких людей. Чи все ж таки можна підготувати нових? От ти постійно готуєш нових людей. Скільки треба часу, щоб такого тігра підготувати? Та не назовеш ці сроки. Ці сроки всі звичайно, це як? Це полігони, це тренування. Півгода у тебе програма, коли ти займаєшся одним, вторим, третім. Да? А тут чоловіка за місяць підготовили. И дальше он просто прокачивает свои качества именно на войне. Уже именно. Знаешь, есть именно философы, а есть практики. Есть одни там по бумаге полностью знают идеально все, но потом в практику втыкаются и все. А этот парень в практике, он может что-то не знает по бумаге, он может не знает там, когда ему там згідно-відповідно что-то надо. Но зато он знает, как убить этого русского и вытянуть полностью операцию. Розкажи, скільки от у вас, я чув, спеціальні якісь це, як це, коптери, правильно сказати, маленькі, як гелікоптери. Да? Такого раніше не було, що вони дуже маленькі, вони можуть максимально близько наблизитись до опонента, і він не чує, так? Да? Зараз ми повернемося в таку велику гру, в якусь велику операцію, яка була, і русским явно не поздоровиться. Ми стільки всього нахваталися, стільки всього ще нового навчились, але це реально ще наступний рівень буде Кракена. И русским явно не поздоровится. Да, это новая штучка, Black Hornet называется. Это 40-граммовая птичка такая, вертолетик. Он запускается с руки, и у тебя планшетик висит, и сбоку у тебя эти Black Hornet, две штучки типа лежат. И ты просто идешь с группой себе спокойно, там слышишь где-то там какое-то движение, или тебе передали по рацию, там через километр какое-то движение. Думаешь, ну классно, достал птичку, взял, поднял ее, открыл планшетик, достал джойстик и сидишь играешься. Подлетел до него, до человека можно подлетать до метра. Вот свыше метра не слышно вообще эту штуку. И все, ты смотришь там, а, вот здесь вот они, ну хорошо, добрый вечер. Второй подошел там с бульдогом, такой шестиствольный гранатомет, маленькие воги закидывают. Тык-тык-тык, бах-бах-бах, смотришь, 300-е, пошли, все, группа пошла. Слухай, ну тебе слухаю, така віра є, знаєш, що все буде добре от після оцих слів, але ж з їхнього боку я розумію, що вони теж дуже серйозно прокачалися, чи ні? У них сильна індивідуальна підготовка, тому що там і кадровые военные, ну, их на самом деле тоже уже мало. Но они по всем технологиям нас догоняют. Они нас никак не перегоняют. Ну, насколько я лично вижу, точно. Вот брать, допустим, те же FPV-дроны.
Это такой дрон, короче, который как шахид, на него цепляется там взрывчатое вещество, он бьется, взрывается, там можно танк спалить, можно еще какую-то технику спалить. И одеваешь очки и летишь на нем, типа взрываешься. Мы им пользуемся, ну, уже достаточно долгое время. А у русских я сейчас только увидел, что оно сейчас у них только начало появляться. Хотя они там намного ближе к Китаю и к таким всяким технологиям. Наскільки тобі важко, ось знаходячись в колективі багатьох людей, яких ти давно знаєш зі стадіону, з футболу, і ти знаходишся між керівництвом, управління операціями і зі своїми пацанами, яких ти давно знаєш? От я чув, що зараз твоя перевага, що ти вмієш цей баланс знаходити між тими, хто там зверху. У мене в цьому ніколи не було проблеми. Я завжди з парнями, я завжди на землі знаходився, я завжди по землі. Я можу з ними піти повністю куди угодно, типу, на операцію. Ну и при этом я могу командованию донести, что ну, там действительно не так. И мне кажется, что это самая выгодная позиция. Честно, да? Да, когда я говорю, ну мы не можем сделать эту операцию, потому что там Саня и Вася, они реально заболели. Я знаю, что они там чихают, уже третий день ходят с такого формата. Я могу с земли донести информацию там докуда угодно. И меня и там слышат, и здесь я разговариваю нормально, типа с парнями. Ну это самая выгодная, как мне кажется, ситуация. И чтобы обеспечить самое продуктивне виконання операції. Ми з тобою проговорили багато операцій сьогодні. Я бачив уже там новини, що людей тут з Харківського ТРО нагороджували якимись орденами. Чи ти щось отримав за цей час від держави? Чи нічого не... чи ти в такій структурі, там, де це не говорять? Да? Можеш такий бути формат? Я не знаю, на самом деле, у мене немає ще ні одної государственної награди. Не знаю. Ти ну, думав за це щось образливо, чи все одно? Зараз головне от здобути результат, а там далі вже все буде видно. У мене є відомственні награди від Кирила Олексійовича Буданова. Ага. За государственні. Та ніколи не думав. Ну, головне, це ж не награди. Для мене головне, щоб от парні були здорові і максимально підготовлені. Підготовлені кожній операції. От зараз, поки є можливість, поки є час, ми максимально їх прокачуємо, тренуємо. Мне главное их не максимально обезопасить, да, что там взрывается, туда не идите. Нет, ты туда идешь, но ты знаешь, что делать, если там что-то взрывается или там стрельба происходит. Если стреляют с РПГ, то твои действия такие-то, такие-то. Если ты встретился с группой, то вы там раскрылись, там прошли вот так вот. Главное максимально парней прокачать, чтобы они понимали, что делать. Вот это главное, а не главное их как-то там обезопасить. Да ты бачишь себя после войны, ты думал про это? До этого дожить надо. Ты же видишь, там миллиарды, там еще что-то. Да не, я пока не думал. Это військова сфера, чи це якраз управлінська, чи бізнес? Та не знаю. Ну, скорее бізнес какой-то. Вряд ли это будет что-то военное. Не симпатизирует. Ты наївся уже, да? Та я никогда не любил воєнну тему. Ну, мені так здається, я тебе слухаю, що ти себе почуваєш, знаєш, як ну, в своєму середовищі. От. Не, я кайфую, да. Я с парнями полностью нахожусь. Война. Я понимаю, что я делаю. Пытаюсь их развивать. Я реально в своем средовище. Бомбардири, якщо ви додивились це відео до цього моменту, воно неодмінно вам сподобалось. Тому не забудьте нам подякувати підпискою, вподобайкою і під відосом написати теплі слова для Чілі та всього Кракена за те, що вони роблять зараз для України. Завершення цього відео ми записуємо біля крутого муралу, який знаходиться поруч стадіоном «Металіст». Посил головний – друзі познаються в біді. І емблеми різних фанатських угрупувань. Ясно, що «Металіст», «Дніпро», «Динамо», «Кривбас». Всі ці люди об'єдналися разом заради нашої спільної перемоги. Друзі, на завершення у нас такий маленький бекстейджик. Про Серегу вже складають вірші, навіть молоде покоління. Його глаза горить огонь мрак, на дом його наполковарний враг. Поднявся он с оружием в руках, на защите ему невидимый страх. Он мудр, он смел, он молд, он горд, он не колеблясь идет на пролом. Он Оршков взрывает всю ночь напролет. Он Кракен, он бой за собой ведет. Плену неизвестен, так что ты погиб. На его имени орки делают ритм. Его имя — это душа в огне. Парень с оторвом на спине.
было ему имя, это смерть прекрасна, ведущий на смерть приветствует вас. Доброславыч, спасибо тебе большое. Растет правильное молодое поколение, любимый город всегда будет спокоен. Доброслав мира, вам привет большой, мои любимые друзья. Спасибо. Давайте молодому поколению лайков тоже насыпем и несколько слов в комментариях. Он прочитает обязательно. Якою суперсилою ты б хотів би володіти? Не хотів би. Нічим? Нічим. Окей. Найкраща народна пісня після Путін хуба? Ой, у вузі червона калина. Музику, яку ти вмикаєш, коли готуєшся до бою? ACDC. Якого українця ти вважаєш росіяни бояться найбільше? Президента, наверное, сейчас. Улюблена твоя історична постать от в історії України? Хто топ для тебе? Сірко. На кого ти хотів бути схожим в дитинстві? Я уже не помню, на каких-то ММА бойцов крутых. Найпам'ятніший футбольний матч ось металіста для тебе? Чи збірної України? Дніпро металіст в Дніпрі, коли приїхали. Там така ненависть була. Ми йшли по місту, нас всі ненавиділи, нас кидали бутилки, банки, потім зайшли на стадіон. І так, коли світ потушили тоді на стадіоні. Крута атмосфера була. І Малер зверху там фаєром розмахував, так? Да, да, да. Твій улюблений футболіст? Марко Девич. Отак. Найбільша діч, яку ти про себе чув? Ну, самая діч – це от це за простріляні коленки-ноги. Типа то, що ми от простріляли русским. Найшаленіший вчинок, на який готовий піти після нашої перемоги, да? Тобто, що ти зробиш? Та ні, все, з цим треба закінчувати. Я вже коли-то проспорив плохую історію. А що за? Я никогда в жизни не пил, никогда в жизни не курил. И когда-то поспорил, что в Харькове на площади упадет Ленин. И он упал. И я тогда выпил коньяка. Вот это единственный раз в жизни я пил. Серьезно? Так что все, я больше не спорю после этой истории. Ты знаешь, кто такая Ксюша Манекен? Что-то слышал, это которая получила награду от Гура, да. Что-то такое, да. Ну, чуп, чуп всю историю, да? Ну, видел, что в интернете разгоняют, а в целом ситуацию не знаю. Коты чи собаки? Собаки. Коты бесполезные животные. Твоя улюблена зброя? М4. Найулюбленіший трофей, який ви взяли? Танчик. Останнє. Що ти зробиш після нашої перемоги? Нічого не зміняється. Хочу встретитися з родственниками погибших парней. Ще раз повторити, поблагодарити їх за те, що вони виростили достойних синів нації. Дякую дуже.